Стоп, стоп, стоп. Да, бассейн. Был сегодня бассейн, ближе к вечеру, но сейчас пирожки. Так, духовка на готове. Девочки, воды так и нет. Охлаждаю суп. Надо что-то ж кушать. Холодильник вымыла. Чтоб он хотя бы быстро так не скис. Господи, о, уже в горячей воде, надо вынимать. О, Господи. Уже час стоит на солнышке. Что ж такое, что воды нет так долго? Суп брала в ванну, поставила холодную воду. А то здесь на солнце оставила, чертиш. Так, что там такое? Ага, давай, давай, давай. Давай, челентанка, давай, давай, давай. Давай, хрумай, хрумай колбасочку, давай, давай. Вот так, вот так, вот так. Уже час стоит на солнышке. Что ж такое, что воды нет так долго? Суп брала в ванну, поставила холодную воду. А то здесь на солнце оставила, чертиш. Так, что там такое? Ага, давай, давай, давай. Давай, челентанка, давай, давай, давай. Давай, хрумай, хрумай колбасочку, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот так, вот так, вот так. На улице духовка. Просто духовка. Ой, тесто как пахнет. Супер. Вау, красота. Пирожочки будут с вишнями. Сейчас чуть-чуть вот так вот. Вот это мне простояло полтора часа. Муки где-то полкило пошло. Посмотрите, как у меня получилось много теста. Так. Ой, пухкое какое. Тесто у меня классическое. Такое же самое, как и на жарку, только... Ой, сейчас. Только сливочное масло. Буду делать такие, знаете, не маленькие, чтобы было быстрее, потому что я сейчас это просто какой-то просто кобздец. Они и подымались у меня. Они будут большие пирожки. Я бы сказала, огромные. Тесто шикарное, вообще не липнет. Сейчас накатаю шариков. Пускай подымутся. Так, мухи, пошли вон. Не мешайте. Ой, ой, сильно много. Девочки, внешний вид, внимание не обращайте. Лето, жара. Прошло 15 минут. Мои бублики подросли. Руки у меня вот так, чуть-чуть с маслом. Вот так вот я беру. Делаю лепешечку. Косточки я все убрала. Так, что мы делаем? Ложечку сахара. Все делаем ручками. Ручками, мои хорошие. Это будут булочки, девочки, просто загляденье.
полчаса, пока духовка разогревается. И посмотрите, какие они красивые, румяные. Теперь что я делаю? У меня здесь вода с сахаром, сахарный сироп. Лучше, конечно, мед, но меда нет. Теперь беру я вот так вот все и смазываю сахарным сиропом. Прям заливаю. Они потом будут вкусные, блестящие. Потом они остынут. Ой, что это, что это, что это, что это? Пока горяченькие. Еще раз говорю, лучше мед. Ну, меда у меня нет. С сахарным сиропом. Это будут красавцы. Они остынут. Я их разделю. Ой, наверное, тихо говорю, девочки. Простите. Я очень занята. Там помидоры пересаживаю и пирожки пеку. Работы полно. Так, вот. Все, пускай остывает. Потом посмотрим, какие они будут красивые, когда я их разделю. Ну, ничем красота, булочки. И ничего не подтекло. Красота. А, кстати, девочки, Костя нашелся. Где-то пришел, опять пошел. А встреча была, это было что-то. Встреча была шикарная. Это что-то было. Так. Мне кажется, был где-то закрытый. Сегодня моя мама. С 7 утра до 16 часов 15 минут. Ух ты, ёперный театр. Вот там одинарная штречку всунула, потому что этот. Экономила вот это. Да, мама, молодец, хорошо. Это ж все равно еще будет подвязывать и подвязывать и подвязывать. Они ж растут и растут. Мама, они красивые такие, глянь. Их уже, чего вот это вот? Это делается раз. А вот эти, глянь, смотри, какие красивые. Там все сделано на раз. Их это уже куда-то будешь, не боюсь. Да, да, все, 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 молчу. Уже вон помидоры и вон тебя. Главное, да, уже висят. Они висят с помидорами уже все. В общем, надо вечером брызнуть вот это. Зачем? Земля нормальная. Я имею в виду. На них побрызгать. А, да, 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 да. Раствор ты приготовила. Шикарная, шикарная. Расхода много этого у меня материала. Чё? Ну, у нас его, ой-ой-ой, дофига и больше. Нет, ты знаешь, там 3 штуки осталось, этих. А еще и штрички. Много ж так, 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 там, там. Я пошла на часы. Давай. Зачем? А там что, мама, на чесноке? Хоть бурьян уберу и подпушу, и лук сверху, сапочкой пригорну землей. Все, поняла. Пару дождей, и он будет гнить. Хорошо. У меня еще есть время. Хорошо, хорошо. У меня смены еще не кончились. Да, Ой, а это откуда ты взяла? Где ты взяла это? Это я несу на место туда. Кто-то разбирал, понемножку приносит сюда. Оно здесь было. Подпирала. Так это я линолеум удержала. Так зачем, как, мама? Надо, да? Я, конечно, у меня ж тут же фикусы. От ветра я же их сохраняю, мама. Ё-моё. Ну, хорошо, что они горелись. Ой, а боже мой. Думаю, еще спотыкаться. Я, чтоб ведра не... Такой ураган бывает, что... Ой-ой-ой. Я ж выставила все. Понятно. Я буду так делать, как ты. Вот так вот идёт. Да. Так смотрит на меня, что это вообще... Ну нет у меня, ты же грязненькая, ручки грязненькие. Позже, позже, позже. Дурачок. Так хвост залечили, все чистенько. Не, не, слизывает, нет. Зараза. Ты болячка, ты моя зараза. Ма, ну самое главное, что у него уже инфекция прошла. Заметила? Что? Инфекции уже нет. Да. Ну, красота. Ну, какова красота? Не, ну это вообще шедевр. Шедевр. В общем, девочки, пока не остывают, да, мы с вами покупаемся. Верочка моя не отдыхает.
Ни в коей мере. Боже, какая водичка после духовки, после готовки. Вау! Вау! А, меня же не видно. Сейчас они остынут. И попробуем, какая это вкуснятина. А я говорю серьезно, могу давать мастер-класс. Блин, память на телефоне заканчивается. Так, итак, девочки, вот, пока я купалась в бассейне, они остыли. Да-да, а вы думали? Блестящий, вкусный, сладкий. Так, плевать, сейчас попробуем. Девочки, беру любой. Любой. Боже. Тесто просто класс. Девочки, никогда тесто не забивайте. Пускай лучше липнет рука. Пускай. Как поднялось. Пирожки с вишнями. Это в разы вкуснее вареников. В разы. Угу. Я так радуюсь. Угу. Каждый поднялся высоко. Высокие, пышные. Девочки, это такая вкуснятина. Наташа, остановись. Жди Люду и Веру. Класс? Класс? Так, надо положить. В общем, девочки, ваша нателка не только и никак и нигде, ну и вот, на все вопросы, да, ответила. Пока. Все. Красиво. Пока. Пока. Я просто очень сильно устала, правда, такая жара, воды нет, в бассейне скупалась, я вся в хлорке, воняю хлоркой, кошмар. Всем пока. Фух. Блин, такие же красивые. Вот такие же. Знаете, как тесто поднялось. Девочки, делайте, не бойтесь. Делайте. Кому будет интересно подробный рецепт, пишите. Буду снимать пошагово. Да. Хотя мне канал вообще не об этом. Но я вкусно готовлю. Я об этом знаю. Пока.